6 по 6 человек людей. Зачем тебе ставить патч? Ну, это один чистая случайность. Так и то. Я два раза как минимум главарем взорвал, понял? Так что я его, так сказать, прикрыл, можно сказать, своей спиной. Катриси, ну что там? Ебать. Может, он наебал нас, нахуй. Катрисия, блядь, прием. Пизда, нахуй. Да хоть куда, блядь, хоть куда, похую вообще, куда-нибудь кинь, я не знаю, в небо куда-нибудь, чтобы, блядь, ссылка была. Как этот, блядь, самолетом, поездом, машиной, нахуй. Дайте мне машину, блядь, чтобы руль, четыре колеса, руль и сиденье, блядь. Сука. Покажите мне вашу квитанцию, а я ее... Ничего, мифик, блядь. Демку включай, ставь патч. Все видели. Ага, круто. Так что там будет, нет? Прием, блядь. Катриси, ты че, пошутил так? Ну, он говорит, погодите, скидывай. Вот, готовь ГП на всякий случай. Я ебал такую хуйню, конечно, Ну что там, нихуя не будут скидывать, да? Че, на леди есть место? А кто это? Дарк. Да, заходи. Ну там, а кого свечить будем? Че там, ссылка есть? Ссылка, патч, почему нет? Что, они пытаются за это, что ли, как, засунуть? Как он может быть большой такой? Там файл, блядь, 8 килобайт был, блядь. Не понимаю, блядь. Вирусняк сейчас скинет, нахуй, сейчас, блядь. Я кинул в заявке на помощь сайт. Скинул майнер, нахуй. Там нажимаете копии, довинул zip, все. Заявки? Так. Что-то на английском, нихуя не ясно, блядь. Мне кажется, это не пачно. Сейчас я скачаю, скину. Проверишь, код, да? Нажимаешь и все. Так, давай копировать ссылку, блядь. Пизда, блядь. Ты тогда вас за аддоны должны забанить, которые вы сюда впихиваете. Похуй вообще, пусть идут нахуй. Не, размер модельки, это уже... Бля, что за хуйня? Так это визуально только у тебя меняется. А не у всех. А чё меня с рейда выкинуло, блядь, алло, дайте пати. Нет, ты, может, ты не в сети просто. Это можно считать то же самое, как и ты аддон скачиваешь. То же самое. Это просто пишет дисконнект. Короче, хуйню нам скинул, короче, у меня сейчас все вылетят нахуй. Неправильно её настроил или неправильно сделал. А как? Просто перекинул патч и все? Ну да. Что надо делать? А, вот так вот, понятно. В папку датеру.ру и зайти через экзешник, закрыть этот, как у лаунчер кончится. Да, да. А там безопасно что-то нас, да? Да не, оно заходит нормально. Просто я, блядь, зашел не на того. Датеру.ру патч. По нему ПКМом. Все нормально, пустило. Да все пускает, ну. Там изменяете и убираете, точнее, запрет на запись ставите, если не запускается. Да все пускает, заебись, нихуя не нажимал, блядь. Просто этот, просто если будешь лаунчер обновляться, он его удалит, и все, его надо будет заново скидывать. Сейчас проверим, блядь, есть духи. Да он требуется только на леди, и все. Ну да, так-то. Че, в одикон заходишь там? Рарник? Да. Не, возможно, еще на лече будет работать. Да на лече похуй вообще. Ну да. Чисто, чтобы люди в комнате не хлопали.
Так, ставлю рыбу. Рорни, что, загружаешься? Дай быстро. Бля, я все равно, блядь, выкидываю. Куда выкидывают? С рейда или чё? Куда выкидывают? У некоторых не работает, нахуй. Хуй знает, чем это связано. Может, с виндой, может, еще с чем. Бля, надо вы удалить его. Не дают зайти. Да, ну, они, скорее всего, просто лаунчер не врубают. Лаунчер у тебя включен, может? Лаунчер надо выключить, нахуй. Через руны к себе заходить. Тебе надо, типа, ну, зайти изначально. Давай клавишей мыши нажми по патчу и там запретить чтение рарник. Чтение или запись? Запись. 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 И там столь галочки. Вообще ничего не трогайте, только запретить запись. Видишь, люди ставят где хотят, нахуй. Вообще, я вообще нихуя не ставил и захожу, блядь. Видишь, у всех ситуация разная, блядь. Ты хуй разберешься, у кого из-за чего, блядь, там что получается, что нет. О, Седжу, а ты музыку пишешь, что ли? Угу. Не, не пускает. Какую ты пишешь? Ну похуй, убирай его, да и все, нахуй. А то мы тут еще 5 часов просидим, блядь. Че за музыку пишешь? Техно? Чисто ты, да, наугад так решил. Ну а как, самое нормальное. Ну да, только техно существует. Ну а что ты пишешь-то, блядь? Дабстеп. Биты я пишу. Биты? Фонг. Биты это как, нахуй? Биты это, я не понимаю. Инструментал. Ну да, без голоса, минус чисто. Херачит и все. Голосом? Нет. Ну там, короче, фолстудио. Там я готов, всякие давай. Эти инструменты есть. Ой, давайте попробуем, бля. Всё, даже до духа не дурим. Так, все готовы, даю отчёт. убивать. Так где ты, ёбаный урод? Иду убивать, говорит. Машина для убийства. Ну, два контроля, блядь. Чилит машина теперь. Контроль сейчас смотрим. Ну, блядь, вы... Рарника, добейте в звезде. Блядь, Рарника я в контроле, так что, блядь, Рарника в контроль тебе, блядь, пизды вам даст сейчас. Уярина. Фанатика, добейте. Сними. Спел. Фанатик, блять, на лестницу убежал. Убиваем. Контролем. До ляма доводим. Сейчас трэш смотрим. Стопаем. Стопайте, трэш смотрим. Все повернулись на трэш. Блять, не бьем босса, уйдите, сука, 400 тысяч.
Хоть кружку поближе подтягивайте, блять, пиздец. Один от другого трэша далеко. Не дамажим нихуя. Блять, перевели босса уже. Забирай, кто там? Виланш или кто-то? Блять, ну он сейчас пошотает всех. Контролим. Трэш сначала все играем, повернулись, сука, на трэш. Обновляем контроль. Работает, парень. В трэше. Нихуя. Нет, они огромные, сука, зеленые, блять, не дай бог, кто хлопнет, тот пидор просто. Где мы? Фанатика убить. Хуярим, бежим от зеленого говна. Да, вон дам, зеленого говна дам, летает. Дам тебе ЕП за это. Если нас не забанят. Если забанят ГП, да. Бежим. От босса. Бежим, сука, бежим нахуй. Еще такие, если хлопать, это вообще очко нахуй. Все в трэш быстро. Духи, бежим, контролим. Блядь, контроль, соло. Контролим. Трэш, ебашим. Блять, я так к Седжу и не попал по тебе. Ёбаный в рот, что у тебя за говно там было? Вадикон меня ресы. Катрисия ресы 228. Захиливаем Войда. Некромантику ресы. Так, дал лапку. Трэш 5 секунд. Подруть инвалиду и СС дайте кто-то. Отходим. Давал. Ага, все нормально. Все, хуярим. Трэш не забываем. Побежали духи. Катрисию законтролил. Боря-бай. Полидринка захильте. Ревностный. Блять, некромантика нахуй. Друид инвалид, ресы война. На полу дайте на Лингрена. Дух в трэше. Встаю, захильте. Шелфир. Почему вы зеленых хлопаете? Они огромные, не с пол экрана, блядь. Бежим нахуй. 5 секунд. Это пиздец. Бежим. Контролим людей. Полидринка не проебите, ревностно весь. Трэш бьем. Помогите, трэш. Бежим, новые духи. На Вилашу на пол. Трэш 5 секунд. Контролем. И обновляем вихрь. Спиритс. Че не диспелите? Вставалку призан юзай. Захиливаем, призана захиливаем. Трэш помогаем. Духи бежим. Лингрен на пол делай. Спиритс. Долейте фанатиков. Блять, долейте мобов, сука, развернитесь, блять. Ну играйте, ебаный в рот. Трэш, одна секунда. Контролем. Это я, наверное. Блять, чё с мобами? Как дела? Где патч, мифик? Они прям во мне появились, а я не успел даже отбежать. Блять, да тихо нахуй! Почему, блядь, ты убил 4 людей просто, или 3, сколько там? 2 хилов в том числе, блядь. Как мы теперь добивать будем? Spirits. Чё, патч нельзя поставить, что ли, или чё, блядь? Да там не дело в патч, они прям во мне появились, а я был под вот этой стрелой ледяной. И я только отбегать не хотел. Вот они прям во мне. Отходим. Не флудите. Трэш. Spirits. В боссе дух. Полидринка, захильте. Ну хилы это... А, гламур сдох. Шаманы, хильте, бидон, хиль его. Щит земли на него.
Давайте играем еще, есть ДПС убить. Доберсы, 2 минуты. На полный вилаж. Spirits. Бежим заранее, духи. 5 секунд. Побежал, хуярить. Сову контрольте. Дал контроль. Ражника законтрольте. Да мне законтролили уже. Саб дали. Чё трэш зафирили? Бежим от духа. Нахуй вы его зафирили? Мобо, убьёмся. Играйте. Полно Лингрена. Трэш убили, блядь. Повернитесь, убейте трэш. ТД, ебаните туда. Быстрее, блядь, беженцы. Контроль даем. Блядь, сука, убежал нахуй далеко, блядь. Трэш это тоже бьем. После него уже будем только по леди играть. Трэш и дух. Трэш бьем, блять, возле звезды. Валидринка. Захильте, захильте пала, блять. Пиздец, начинаю тебя хилить. Все, теперь только трэш добили и только по боссу играем и все. И не хлопайте, самое главное. Сейчас еще контроль 5 секунд будет. Фу, давайте, выжимайте все. Минута. Дайте веру, кого там подымали. Сейчас контроль будет. Духи, бежим. Трэш 5 секунд. На полную вилашу. Обновляем вихрь. Тупо боссу хуярим. Трэш не бейте, только босса, блять. 6 лямов, хуярьте. Давайте, выжимайте все. Духи, бежим. Быстрее, ну сильнее по боссу, блять, дамажим. Контроль 10 секунд. Доберсы. Доберсы 15 секунд. Хуярим. Ну, блядь, что-то мне кажется, все пизда будет, нахуй. Ну, баблы готовим, я хуй знаю, добьется, нет. Баблы, тучки готовим, может добьется. Хуярим. Баблы, 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 все паладины, баблы, баблы быстрее. Хуярим. Нету, нету. Сука, говно ебаное, блядь. Сейчас, если хлопать не будут, нормально мы. Блядь, чело, надо было просто патч поставить. На нифига, не нужен патч. Поставьте патч, нахуй, алло, блядь. Я вот еще раз говорю и объясняю. Это не дело в патче. Хоть он будет просто на весь монитор и сиять, и орать будет. Он мне дает стрелу, и сразу же в меня дух. Вот он сразу же во мне. Блядь. Я не смогу никуда, там хоть патч, хоть что он будет, я его вижу, что он во мне. Но он прям под меня, вот я стою, и прям же в меня дает этого залупу, короче. Там мифик говорит. Происходит вот такая херня. Да, это говорит лок, который говорит. Ты что понимаешь, его... что... Да, это лок. Да ладно, хватит уже пиздеть. Не три раза, а два раза. Первый раз свой там назвали, и вот сейчас второй раз был. Ты понимаешь? Скажите, поставь свой портал. Войт. По центру. Войт. Чё? А вот этот патч в руру, да, просто скинуть и всё? Да. Да, это руру, да. Пизда вы, блядь, и, ну, блядь, из, сука, из простых... Ничего, свойства не надо никак менять. Я нет, ничего не менял, мне надо. Вообще похуй, блядь, я не во знаю. Выходишь, закрываешь лаунчер, закрываешь игру, да, тару-ру, скидываешь патч и заходишь через ран. Рана где? Я нет, всегда через него схожу. Вафу где? Мифик, ты поставь унесет в центре портал свой, и если тебя будет там какой-нибудь дух напрягать, вот тут же телепортируйся и все. Да это... я ставил, но сейчас не поставил, потому что там фанатик, блин, бегал много за мной. Я его то ферну, то ударю, то ферну, то ударю, короче. И это второй был, вот его начал добивать. Но если оно реально это... такая херня, кинула на стрелу... И смотрю, вот эти два духа, или один, или два духа. Костя, были. А Костя? Ну, я бы ничего не смог. Внимательный страшен. Спринтов мне его не дают даже собрать. Он только выходит, хуяк фир, блядь. Я бегаю, собираю по всей, блядь, локации, нахуй.
Не, ну вот этот я не знаю, что ты сейчас говоришь. Я фиря, если только уже когда вот он бегает где-то там на меня, или я смотрю на кого-то бегит, тогда могу фернуть, и все. А так я просто так не фиряю. Блять, заебало это говно, нахуй. Ну почему вы отходите по тысячу раз, нахуй? Бидон, ты где? Ты стабал, дайте. Жрите рыбу, дерарник. Патч пробует, наверное, ставить. Некромантика, Катрисия, Мифик, Лингрен взорвали. 4 духа. Не то, что 10, нахуй, все предыдущие трое. 10 духов взрывали. Мидарк, заходи, Катрисия, можешь идти. Вот тебе 600 ТП за ребро двойное. Че, крит ушел? Да. Мидарк, ты где там? Заходишь? Да. Ставим шкаф с умолением. Блять, заебало. Это босс ебаный, нахуй. Вечная хуйня. Нехорошо, патч работает. Вот Катрисе еще давай косарь прибавим за духов. ГП? Блять, почему ГП? Не знаю, у тебя обычно это... Прибавить другая буква превалирует. Чё за говно я брать не могу? Да ебись ты в рот, нахуй. Тварь тупая, блядь. Съём пишет 200 связок. Чё я не беру-то, нихуя? Иди нахуй, блядь. Ты релоуд пропиши. У тебя отбагается. Давай проверим. Ну, через слышу. Сирус, блядь. Чё, полчаса теперь релоад будет? Нулевая полоска, блядь. Сука, отвечаю, блядь. Я ещё поставил рыб. Лучше бы я Супермена смотрел, нахуй. Да ебать, я смотрю сериал, нахуй, этот. Супермен. Не-не-не, Супермен и Лоис, нахуй, 21-го года. Ну чё, как? Ну, чё-то хуй знает, ну... Ебать, стоит время тратить. Ну, блядь, да стоит. Ну, не, нормальная тема. Мне знаешь, что коробит? Меня коробит мультивселенная, нахуй. Типа, по земле на каждого человека. Ебать, бред, нахуй. Такое говно, а-а-а. Блядь. Это пиздец. Такое... Это сильно... Не, у DC вообще проблемы с всякими вселенными. Ебанутые, нахуй. Это конкретно CW же делает, а не DC. Короче... Они там вообще ёбнулись. Мидарк, на тебе, блядь. Бутылки, нахуй. Где ты там? У нас все есть. Есть? Ну все, ладно. Ой, давайте, блядь, заебало нахуй. Проверка. Рванти, а ты посох собираешь? У тебя топовый с Зуламана. Ну еще с духом, блядь. Так, кто там не готов? Бидон, блядь, прием. Все, бидон готов? Даю отчет. 5, 4, 3, смотрите босса раньше времени не переведите. Чё фанатик, сука, в рейде? Прием. Хуя себе. Донована убивай. Диспелим проклятие, блять, ну людей будет КД, нахуй. Лют инвалид, призом, бидон, диспельте. Контролем. Я в подчинении. Да не надо это говорить, просто это. Там люди видят, там контролят. Трэш, 5. Пиздец, как мага захуярили. Друид инвалид, резай, мага. Убав по нему.
троллим быстрее. Точнее, дамажим трэш. Бать, он хилится, но... Да почему и по тебе... Заебал, 228, чё на тебе там висит, я не могу тебе вихрь дать. Да я пизду. Глыба на нём. Не, чё-то до этого было. Трэш 3 секунды. Че фанатик вред забирал? Я на него там даю, ему похуй. Контролем. Блять, фанатика, сдиспельте с него эту хуйню нахуй. Он хилится нахуй, ебаный в рот. Фанатика, кособокого бьем. Повернитесь все, сука, убейте фанатика. Боссу побольше. До ляма доводим. Следующий трэш еще 5 секунд. Все, стопнули по боссу. Фул по трэшу хуярим. Сейчас контроль готовимся. Самое главное. И 400 тысяч переводить танки, готовьтесь. Так, хпала за контролем. Переводим. Обновляем. World. Так. Дрит инвалид СС. Хорошо. Стопаем по боссу. Смотрите, агрони сорвите сейчас. Там 13 тысяч всего. Трэш ебашим. Все, зеленые духи, бегаем. На пол на лингер. Ух, трэша. Все, по боссу хуярим, пока есть время. Новые духи, бежим. Как топал? Ну как, не выхилили как. Так, Вадикон резай топу. Сразу его захилить, каску лапу без табаку. Духи, бежим. Я в контроле. Даю тебе контроль. Остальных контролем, расфиляйте некромантику там. Духу босса. Бежим. Трэш помогаем? Да пизда, блять. Помогаем трэш быстрее. Топу ты резал, Вадикон? Да не могу я бреснуть то духи, то лужа передо мной. Сейчас подбегу. А куда босс побежал? Чё за хуйня, блядь? Зашел на пола нет. Ну так стопните нахуй. Омен, нахуя бог придумал, блядь? Контролем. Да, после этих снова. Ага. Сука, бля, играйте я аккуратно, спасибо, блядь. Кого-то гнев кастанул, блядь. Там 228 лежит. Похуй. Дайте СС, если у кого-то есть на войда. У меня последний БР. Время будет. Ага, все нормально. Духи, бежим. И по боссу больше. Нормально, идем, только вот сейчас нельзя падать. Вот сейчас контроль 3 секунды. Духи новые, бежим. Блять, бежим. На пол на Лингрена дай. Контролем. Топу контролю. Сейчас обновлю потом. Духи, бежим. Обновляем. Они около вас. Так, трэш бьем. А еще поиграем. Заберите моба. Контроль 5 секунд, готовимся. Добейте мобу. Все, хуярим. Побольше бегаем, блядь, мы добьем. Три тела всего лежат. Присты стопните там. Бежим, духи прям в центре. Призан у нас. Сейчас обновляем вихрь. Руанте. 5 секунд. Все, бежим. Сейчас трэш зергаем. Пролечить диспол. Шлфир. Спирит.
Духи на лестнице бежим оттуда. Все, хуярим. Сейчас контроль, секунду. Контроль раздаем. Че это за хуйня? Не убейте рога. Я фернул. Трэш 5. Пиздец. Нас не в контроле. По трэшу сыграли. Spirits. Дух возле трэша. Так, Мидарка, Ресия. Станешь, когда побезопаснее будет. Контролем. Захильте Мидарка. Не проебите. Дамажим. Ну пробуем, хули. Ну контрольте. Чё-то киньте. Всё, хуярим. Да я не знаю нахуй, это полная залупа, блять. Вот кто-то хлопнет, 5 тел лежит и все, и мы хуй убьем так. Блять, зелеными духами хлопать, это пиздец просто, нонсенс нахуй. Ну шадона нет, я поставил нормально. А ну видно, куда они летят, блять, ты заранее, блять, уходишь оттуда и все, блять. Контролем. Spirits. Spirits. Мы не успеваем, просто мы по ДПСу не вписываемся, блять. Давайте падаем. Просто не задушим его нахуй. Да, кто леди? Ой, блин, кого леди убила? Я вообще, я такой бомж нахуй, я на сове не должен быть на 5 месте. Это вообще полная хуйня, блядь. Падаем быстрее. Да, чтоб на первой фазе вообще не дохли. Камень заюзал. Призн, а ты как вообще закинул этот патч? Просто скачал, скопировали и вставили. Ладно, вставайте в пизду, не буду вас резать. Дата, ру-ру и там патчи. Закидываешь и все. Уже ничего не да, и не через лаунчер запускай. Лаунчер закрыть сначала. Открываешь лаунчер, заходишь в папку с игрой. Там папка дата, там папка ру-ру. И туда не надо извлекать, туда просто берешь из архива и перетаскиваешь туда патч и все. А что, у вас еще и в архиве был? Ну там можно вон скачать в архиве. С архива я скачал. Просто уже сразу распакованный. Да там сайт неудобный, типа, я с него редко скачиваю, непонятно. Этот, как говорится, файл не экзешный. Он не имеет, ну как, не носитель вирусов. Любой может файл быть носителем вирусов. Да нет. Он же не запускается, как он может тебе вирус распространить? В смысле, а игра считывает с чего тебе? Это так патч? Она считывает, она же не запускает его. Ты можешь сейчас вообще на электронной почте, ну, так она просто его считывает. Почту, и у тебя уже вирус на компе будет. Там не обязательно, ты чтобы вирусы плохо были осведомлен экзешными. Насчет вирусов. Туда в этом патче, если что, 80 тысяч строк кода. Кодеры у кодеры, дела. Но... Кодеры работают, нахуй. Гильдия кодеров, блядь. Переименовывай. Давайте жрём. Я заебался это говно бить. Ебаную эту старуху, сука. Лучше бы, блядь, удалили нахуй. Заебало, блядь. Сука. Ты моя сестра, а чё за сюда? Ты, конечно, блядь.
Да, блядь, дело-то не в этом, Волфар. Блядь, это вообще не то, нахуй. Не-не-не, сиди там, бей трэш. Там физухи не хватает, блядь. Вообще залупа будет. Дело не в этом. Блядь, дух. Понимаешь, хлопок духа, одно тело хлопает, блядь. В нем он там появился, не в нем. Пять тел лежит и все, дальше все идет по пизде, блядь. Эти тела они могли контролить, могли ДПСить. Мы просто от этого падаем. То, что у нас, блядь, не фулл рейд, мы лежим нахуй. Руанти 2.1.8. Ну, надо типа сделать, да, правило, что, ну, не ставишь патч на леди, все ГП. Со следующей недели уже начнем. Сейчас два дня. Да, я понял, что ты не раздаешь. Праздники, вся херня. Ну это тоже хуйня, нахуй. Мы могли бы убить спокойно. Но постараться. Да просто. Не, ну есть люди, которые типа на частицах играют, и там на высоких частицах видно этих духов, да, хорошо. Вы будете готовность принимать или что, блядь? Так, бидон тут. Ебать, слава Аллаху, блядь. Даю отчет. Ты, Войд, какие метки контролишь? Я треугольник. Ты квадрат, друид инвалид, луну. Вот это нихуя ураган, бля. Вот это я понимаю, бля. Квадрат под контроль. Весовых контроль. Да, блин. Без... Да как так, сука? Дамага. Ну почему вы так делаете, блядь? Почему вы его захуярили, блядь? Мудаки, бля. Кто его убил? Пиздец, нахуй. Не знаю, нахуй, как, блядь, быть, нахуй. У кого-то там есть БР. Друид инвалид, рез я мага. Контролем. Почему я пала, не могу законтролить? Он в бабле был. А? Нет, зачем контроль дали? А. Лол, блядь. Бомж 2.2.8. Плетение просто. Плетение бича. Пиздец, у нас трэш не добили. Так бьем. Уже, блядь. Бьем нахуй, алло, блядь. Поворачиваемся, бьем, блядь. Дамажим, ебаный, чтоб шуба заворачивалась нахуй. Троллим. Че, убьете своих же? Фанатика добить их зелень. Так, будем стопать. Готовим сейчас лям и стопаем. Стопаем. Отошли от босса. Трэш 3 секунды. Контроль сейчас готовимся. Так, контроль, контроль. Где по некомантике, по призану. Обновляем, переводим, готовимся. Full DPS. Так, трэш, все сначала в трэш повернулись. Трэш, сука, трэш, блять, хуярим. Геру, Геру. Spirits. Духи бежим, зеленые, сука, зеленые бежим. Контроль бежим, бежим, бежим прям в леди, сука, два штуки. Контроль сейчас раздаем. Ой, батьку я. Квадрат контрольте. Так, переконтролю сейчас, вот тебя контролили. Рарника, сука, надо ебать. Все нормально, спас. Да ебаный, что это? Вадикон, резай меня, потом даст какой-то лок на Войда этот самый. Сейчас после духа. Стрелы, стрелы, аккуратно. Встаю, захиливайте, короче.
И по войду, если есть у кого-то СС, не баните. Контроль 3 секунды, готовим сейчас. Дух трэша. Да блять, мудаки, Авилания, ебаный в рот. Контролим. Луну. Сейчас переконтролю. Все. Квадрат, квадрат. Я уже не могу. Там дроид инвалид лежит. Сейчас я его резну. Так, дроид инвалид, готовься. Трэш 5. Блять, у меня КД что ли? А, да, там 20 секунд КД. Ну, жди, дроид инвалид, пока. Бежим. У меня смысла нету, может другого. Почему нету? А, приста упал. Ёбаный в рот, нахуй. СС не успели дать, да? Не было СС. Ладно, играем. А, да, нахуй, не играем. А, продукс, спасибо, нахуй. Как у тебя духи зеленые там, да? Падаем, нахуй. Пал в рот, нахуй, сука. Блять, ДПСа ни хрена нету, блять. Так потому что лежат люди, нахуй. Да какой, да, потому что ни крита, ни хрена нету. Дело не в том, дело в том, что 10 человек лежит, блять. Тут убивается босс спокойно, мы просто лежим. Восьми кота. А, блять, в говна, блять, спекаться, нахуй. Тут с критом не убивали, а сейчас, блять, без крита, блять. Что, хуже, что ли, стало? Так же все. Так же падали, как бичи, блять. Хлопок, спасибо, блять, вам. Кто там? Авилания, блять, ГЦ минус 3, Арианти минус 4, Продекс минус 5, нахуй. И Лаша в конце уже, когда вайп говорили. Лаша уже... Лаша не хлопает. Заходим, ёбаный в рот. Я не знаю, блять, кому тут тяжело играть. Ну, ебать, я прям не знаю. Ну, все как на ладони. Ебать, вот они особенно если зеленые. Как, сука, вы можете их хлопать? Это вообще пизда, блять. Вы лучше проебите ДПС. Вы понимаете, что если вы отпрыгнете на 20 метров и постоите 5 секунд, вы проебете ДПС, ну, там, не знаю, 100 тысяч ДПС. А если вы, сука, ДПСите, и вы хлопаете духа, и падает 3 человека, так мы ДПСа миллионами проебываем. Просто у нас люди лежат просто так, блять. Это как будто можно сюда просто в 10 человек пойти, так мы не убьем, понимаете, блядь, в чем прикол, блядь. Просто математически мы его не убьем, блядь, этого ебаного скелета, блядь, босса этого ебаного. Надо, сука, сыграть, сначала отбежать, блядь, законтролить, блядь. На панель вытащить там кнопоньки, блядь, ослепление, блядь, стан, нахуй. Корни какие-нибудь, какую-нибудь залупу, блядь. Пизда просто, блядь. Какая сова где есть? Мэтт Фокс. Ниже никакой совы, блядь. А Продекс, спасибо, блядь. Руанти, Авилания, блядь, ГЦ, нахуй. Могли бы ебануть нормально все. Так. Чё там СС, сколько у вас, когда? У меня все, у меня есть СС. Ну, давай на меня сразу. У меня БР есть. Тех пока откатится. А продукт ты заходишь, нет? Будет по отчету, да. Где там Апродукс, блять? Че там? Наверное, ставит. Так, он, наверное, зашел раньше и вылетел, блядь. Давай, заходи в инструктор, рыба стоит. Дайте маги столик, блять, возьму это. Штруделей, нахуй. А то я на сове нервный, когда бегаю, блять, не, ну есть нихуя нету. У меня на кнопочке тут штруделя, их 0 штук. Да пожрать, блять. Не баните столик кто-то. Эй, я там World 28. Магия, прием. Не слышит нихуя. Давайте завязывать уже с этой хуйней, блядь, заебало. Да, блядь, как мы это подзаебались. Прикинь, блядь, на одном боссе 2 часа сидеть, это же вообще пизда. Я последний раз так редил на циркуле, когда мы на Халионе сидели 8 часов, блядь. 8, прикинь, часов нахуй на Халионе, на фиолетовом говне, блядь. Это вообще пиздец. А Продукс, ты где? Каска, пристабав и офнулся. А вот релогался.
Проверка. Так, сейчас Катрисю кикну. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Да ебаный ты мудак, нахуй, лаги ебаные, нахуй. Сука, отвечаю, мне так бесит. Не убейте. Ребята, покаяние здесь спойте свой, да? Спойте. Трэш, все повернулись. Да ёбаный, хули он там? Собокова быстрее, контролем. Блять, раньше вообще я так лагал нахуй, сейчас хоть вроде как-то играть можно. Как-то более-менее. Сколько кадров, ну-ка? 8 кадров, нормально. И в эти кайф играть, пиздец. Трэш, хуярим все. Контролем. Ушел, хуярьте, не бейте, умейте, не убейте, не убейте. Фанатика, помогите звезде здесь. А кто его захилит? Ну красный, блять. Это. Че, давайте переводим. Пул по боссу. Быстрее, 10 секунд до трэша, переводим. Иди, иди, готовься напуливать. 200 тысяч, 7 секунд, нормально. Все, стопнули, теперь пристопнули, дайте агро ему набрать. Стоп, не продукт, стопаем. Сука, на трэш переключаемся быстрее. Блять, ну забери. Забейте, ебаный в рот, сука, я не хочу умирать. Пизда, ярим. Трэш, бежим, духи бьем. Точнее, наоборот. Сука, не расслабляйтесь. Продукс уже сдох. Я ебал, блядь. Да не, блядь, нет. Сейчас это можно падать. Пизда, блядь. У вас танк потерян. У вас минус танк. Ладно, ложимся нахуй. Че, агро перейти? Я не знаю, что там было, блядь. Там залупа какая-то была. Блядь, трэш, бежим. Когда? Чего? Ты же понимаешь, что это на YouTube нельзя будет лить? Фу, это как уже на YouTube можно. Даже нужно. В нарезку у бичей надо. Мы когда будем старыми, нахуй, когда будет по 90 лет нам, будем с костылями ходить, голова будет так вот право-лево трястись, блядь. Вот так вот будешь на лавочке сидеть, нахуй. С темечки грызть, нахуй, и там подходит какой-нибудь шпана, какая-нибудь пятилетняя, блядь. Ты такой бичарый, блядь. Расскажи, как, какие игры ты играл, нахуй, ты скажешь, а, сынок, играл, нахуй, во, блядь, вот смотри, такой открываешь на телефоне, на ютубе, нахуй, вот мы вайпались в 2023, блядь. Тогда мы просидели. Дебило 3 января. Сука. Ставлю рыбу. Как ни в чем не бывало, блядь. Не, а некоторые думают, что его Сирус смотрит? Он вообще сейчас ТБР будут. Он главное меня смотрит, блядь. А вот и главное, у него там 300, блядь, этих подписоты. И чё? Если он голубит не стоит, там прям, блядь, отлетите нахуй все. Если что? Если что там будет? Да ну, там... если они увидят у тебя зеленых духов, твоих вот этих, вот то, что изменил, отлетит весь рейд в бан. Ты уверен? Ты изменил код игры. Да это... Блядь.
А кого банить уже? Аддоны тоже изменяют. Эти вот на стримах бегают, эти пухи изменяют. Ведь то же самое считается. Ну, можно да. Вашку на пухи поставить. На Shadow Dance прямо есть изменения у Роги. Аддон. Точнее, патч специальный, чтобы под Shadow Dance из него вырастали крылья. Да что-то не банят. А чё вы говорите, блять, какая разница? Смотрите, дух фиолетовый, мы падаем. Дух зеленый, мы падаем. Нам похуй вообще, блядь. Забанят, так и то лучше, наверное, будет, нахуй. Люди могут. Да в смысле, там сколько рейдов уже выкинуто будет зелеными духами. Вы о чем? Отдохнем. Вот мы первый раз ее траем просто. Там не смотрят, нахуй. Вот, да, вот если такую хуйню линковать в чат, да, тогда забанят за рекламу порнухи. Смотри, Шелфир, аккуратней. Вот это реально запрещено, блядь. Не знаю, в рейд-чате вроде не модерируется, но этот... Мне надо было это с Лучеславами сказать, что что-нибудь заскринит, и все улетишь. Да не, нахуй, не. Не должно модерироваться это. И только чат, который вот, олл-чат, типа, из спутников, туда нельзя. Ну, типа, кто знает, ты в интернете такую хуйню введи, так там знаешь, сколько порнухи найдется, блядь. Его на леди, блядь. В конце наш видос будет. И там не смотрит никто, блядь. Там челики с цирком. Не, ну как вариант вместо порно. Бидон, ты где, блядь? Духов ставишь. А прикинь, челики сидят сейчас в реде. Кто-то ставит духов, потом услышал, забанят. Ага, хуяк выключает, блядь, хуяк вайпаемся из-за этого. Да какую забанят? По-любому есть много тем на форуме, где это обсуждалось. Не знаю, ну, для начала надо ее чекнуть, а потом уже утверждать, что это бан. Он сколько видео уже у Войда на канале, блядь, с этими зелеными и ничего. Да их никто не смотрит, нахуй. Кому это надо, блядь, как бичи вайпы сюда лезть, блядь. Это никому не интересно. Я уже просто есть захотел, пока мы играем. Бидон, все, оф. Да? Ну, конечно, уже писал. Последний трай. Я понял, нахуй. Фласка 30 минут третья. Заходи, холи ДЦ, нахуй. Давай еще потраем, ебаная в рот. А он в гробницах маны, я понял, бля. Сюда, гробницы. Не, он там поинтереснее, чем. Мэтт Фокса надо утянуть, блин. Мэтт Фокс, нахуй, он говорил, что уходит домой. Что-то наебал, видать. Сидит целка еще дохуя времени. Сколько прошло, уже 2 часа, блядь. Слушай, ну я не знаю, нахуй, это будет печально, нахуй, сейчас мы разойдемся. Что-то давно так не было. Завтра убьем. Ага. Завтра... Потом Лича уже должны убить. Вы зайдете завтра? Ну да, по идее, Лича надо убивать. Я зайду. У нас час остался. Зайдем, мать. Зайдем. Ну я, да, так чисто действую. Бидон не в Дисе, нет? Бич хэпалом. Вон Энх есть. А кого спекать тогда? Кого спекать фила, блядь? В хэпала второго, блядь? Ни хуйня будет? Дамажит заебись. Ага, блядь. Лёха! Конечно, тридцатку, блядь. Тридцатку сковать на минус 20. Минус 25. Ну да, примерно так. Им короче, носят челик. Давайте. Хольдесе что-то не отвечает, нихуя. Давайте голосование. Кто заебался сидеть в этом говне и, возможно, придет завтра попробовать это пронести говно? Значит, возможно. Кто хочет еще час повыжимать из этого говна что-нибудь интересное, нажимаем «Да». Кто заебался и, возможно, придет завтра, нажимаем «Нет». Так, заебались, значит, я устала, призван, Шалфир, Топа и Седжу. Всего 5 человек, 6. Ламурчик, да? Заебался. Ну тогда давай травить.
Да нам насрать вообще, давай. Надо добрать еще, блядь, видишь. А ГМХ у всех, да, КД? Да, вроде ходили, не знаю, у кого-то есть КД, у кого-то нет. Просто не знаю, кого брать-то, блядь. Этот в гробницах сидит. А какой треплёха, блядь? Ещё, блядь. 9000 даёт ДПС. Не, он так, ты слышишь, он чешку себе выбил. А, ну и чё? Так что пускай отрабатывает. Так это было после чешки, нет? Надо в обычках посмотреть ещё. Пускай. Пускай отрабатывает. Он за новогоднее ЕП себе получил подарок. Пусть идет манекен мучить. Я ему рассказал, что да как, что как надо тыкать. Вот посмотрим, как он усвоил свои, так сказать. А Духов рассказал, как надо убегать? Нет, я рассказал только, как кнопки тыкать. Ему надо было не консул дать, а кэнсул. Этот дебил бегал с ОДшной тренькой, когда у него в кармане карта была, блядь, с Норика. Я вообще, я сидел тогда, думал, блядь. Что, треплеха? Да. Пацан бегал с ОДшной тренькой и еще с какой-то... А, кровь грома. С... Да он не шарит нихуя, блядь, как играть. Он ни ротацию нихуя не знает. Ему так надо еще это все учить. Тренироваться, блядь, ходить, блядь, в рейды полгода. Я понял. Ну, пацанам была карта. Теперь у него две топ-тринки. Так, давай. Где там? Плюсую на замену. Кто там еще был на замене? Больше никого, да? Так. Так, бичи, блядь. Ну, короче, 600 за ребро и 1000 за вайп. В подарок. Так. Ну, мне на ДК еще. 600 за ребро. И 500 за КД. Все, пизду нахуй. Завтра попробуем собраться, посмотрим, что там за люди придут. А давайте в 4 портал. Потраем завтра. 3 часа проебались на лейте. Поставьте ТПшку.